Динара Акмултоева, шестеро детей. Самый младший родился с синдромом Дауна. Сейчас малышу уже 4 года. Его развитие мама начала заниматься совместно с врачами в новом центре, который открылся в южной столице. И говорит, что результат не заставил себя ждать. Мой сын отставал в физическом развитии, но с тех пор, как мы пришли сюда, виден очень большой прогресс. Такая поддержка была мне очень необходима. Это дневной центр для таких солнечных детей в Аше. Тут дети с синдромом Дауна проводят по 2 часа в день, выполняют специальные упражнения и уроки. Мы переехали из Карасуйского района, чтобы ребенок мог ходить сюда. Сначала мы думали, что это болезнь, водили его по докторам, пытались лечить, но только с тех пор, как мы нашли этот центр, мы получили достоверную информацию о синдроме Дауна. На сегодня это пока первый и единственный центр для детей с синдромом Дауна в Аше. Главная цель педагогов и врачей – помочь интегрировать детей с таким диагнозом в общество, помочь и им, и родителям. Сейчас в нашем центре работают 5 человек, 3 из них – родители этих же детей. Все оборудование мы закупили сами, также сами обустроили центр. Мой сын тоже родился с синдромом Дауна, сегодня ему 7 лет. Сейчас мы готовимся пойти в 1 класс. Замочек покрути! Сегодня центр существует на деньги родителей особенных детей, которые учредили специальный благотворительный фонд. На сегодня в него входят уже 150 человек из Ошской, Джалалабадской и Баткенской областей. На данный момент центр посещают уже 40 детей с синдромом Дауна. Алена Смирнова, Самара Асанова, Эдиль Алиев, ЛТР, Ош.